Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Веселе свято, Новий рік з не завжди веселими наслідками. Іноді ми дозволяємо собі в святкові дні багато чого зайвого. І зараз мова не тільки про зайві калорії через насичений графік святкового столу, а ще й про заборонені речовини. Сьогодні тема нашої прес-конференції – залежності. І спілкуватися ми будемо разом з нашим гостем. Рада вітати у нашому прес-центрі лікар-нарколог, засновник Центру роботи з залежностями Андрій Шаповалов. Добрий Вітаю день. Вас ще раз у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, от загально, як на організм людини впливають наркотичні речовини та алкоголь, яку несуть йому шкоду? Ну, самая большая опасность алкоголя и наркотиков то, что они лишают человека способности радоваться. Любой выпитый алкоголь сегодня лишает возможности радоваться человека завтра. Если мы не говорим уже о тех последствиях организма, то, на мой взгляд, это одна из самых страшных, это одно из самых страшных влияний на человека. И второе, это то, что до того момента, когда человек способен выбирать алкоголь, то он контролирует и управляет употреблением. И когда он попадает в зависимость, то тогда контроль жизнью и управление жизнью человека мыслями и чувствами уже как бы зависит от того вещества, которое он принимает. Это или алкоголь, или наркотики. А от про цю нездатність радіти, що ви маєте на увазі? Ще раз. Нездатність радіти. От ви говорите, що перша така основна проблема, з якою стикається людина, яка вживає наркотичні засоби та алкоголь, це невміння радіти, не сприймати там радощі. Що ви маєте на увазі? Ну, смотрите, кожен з нас чоловік живет ради чего-то, да? И мы способны радоваться или мы способны там грустить. И это удовольствие или там неудовольствие, оно ровно столько, сколько нам нужно. Алкоголь дает человеку концентрированное удовольствие, да, то есть как бы это больше, чем человеку нужно. Но вся фишка концентрированного удовольствия в том, что его хочется все больше и больше и больше, то есть как бы доза потребляемого вещества растет, и в конце концов происходит передозировка, то есть и ты уже не чувствуешь эту радость, но ты просто пьешь. Но когда ты прекращаешь пить, и на следующий день ты просыпаешься, то в тебе нет вот этого, вот, знаете, как говорят, серотониновая яма, когда, ну, серотонин – это гормон счастья, да, который дает нам способность радоваться, то организм вырабатывает его во время употребления столько, что на утро мы не способны радоваться, потому что у нас нет этого гормона. И люди, которые пьют на следующий день, они пьют не потому, что им хорошо, хотят, чтобы было хорошо. Они пьют потому, что они не хотят, чтобы им было плохо. Як от зрозуміти, що ваша близька людина страждає від залежності? Є от якісь ознаки, за якими можна це зрозуміти? Тому що, ну, як мені особисто здається, це не завжди одразу помітно. Це дуже хороший вопрос, Ань. Діло в тому, що самое опасное в зависимости – это тогда, когда человек не видит критики в этом. Он может пить, но при этом он защищает свое употребление, потому что он боится, что ему будет плохо без алкоголя. Он боится на живую посмотреть на ту реальность, в которой он живет. Ему все время приходится смотреть через фильтр того, что он как бы не чувствует, это вот что он не видит. И для этого ему нужен или наркотики, или алкоголь. И вот зависимость, вот вы так как-то спросили, когда это можно определить. Если мы говорим с точки зрения науки, то алкоголь в организме человека, который человек когда пьет, он держится в клетках головного мозга до 21 дня. С точки зрения науки наркологии, если человек выпивает чуть чаще, чем 21 день, то его просто центральная нервная система, клетки головного мозга не трезвеют, не успевают протрезветь. Да? А с точки зрения как бы социальной, тут вот
У каждого свои параметры, но один человек может пить один раз в неделю, для него это нормально. А для другого пить один раз в две недели, это уже часто. Здесь чисто уже нужно исходить индивидуально, конкретно от биологии, от социального статуса человека, от его поведения и от его духовних цінностей. Тобто я правильно зрозуміла, навіть якщо от ми там вживаємо алкоголь, вжили його, і пройшло, наприклад, не знаю, тиждень, два тижні, угу, в нашому організмі все одно залишається якась частка. Так, безусловно, ви правильно поняли. То в клітках головного мозга алкоголь продовжує зберігатися, клітки головного мозга боліють від інтоксиканта в течение 21 дня. То есть это не говорит о том, что вы начали трезво думать. У вас есть иллюзия, что вы трезво думаете. Но это не так. Як же діяти от у тому випадку, якщо ви побачили, там, зрозуміли за якимись критеріями, що близька людина страждає від залежності алкогольної чи від наркотичної, як діяти? Я сказав о тому, що одна із складностей – це те, що чоловік, який страждає, не розуміє того, що він страждає. І всі проблеми від його болезні, вони перекладаються на його родственників. Смотрите, як, що человек, который потребляет алкоголь, даже если мы говорим об уровне бытового пьянства, да, что он может там нарушить закон, да, то есть сесть нетрезвым за руль. Что делают при этом родственники? Родственники защищают его, ну, от проблем, связанных с государством, да, то есть как-то решают там вопросы и так далее. Очень часто в алкогольном опьянении происходит там физическое насилие, да, там люди дерутся и так далее, получают какие-то травмы. Что делают родственники? Они не видят проблемы в том, что человек пьет, они видят опять-таки проблемы в том, что у человека есть проблемы с законом, и решают не основную проблему, а последствия. Если мы говорим о том, что нужно обратить внимание людям, то, ну, людям на своего близкого человека, то связать проблемы, которые у него есть в жизни, с тем, что они не просто так. Когда они обратят на это внимание, то, может быть, они ему смогут отзеркалить эти вещи, и человек может понять, почему у него не получается жить так, как он хочет, почему вдруг у него постоянно возникают какие-то проблемы. Увольнение с работы, конфликты там с друзьями, конфликты с женой, конфликты с родителями, проблемы с законом. Ну, это не просто так. А на якій стадії от звертаються найчастіше вже люди зі своєю проблемою або там їх родичі? Знову ж таки, це ж не робиться одразу, там, як за перших ознак. Чаще всього це виникає тоді, коли чоловік остається один на один з алкоголем або з наркотиком, який там він употребляє. Да? Тобто до тих пор, поки між самим чоловіком і наркотиком, да, знаходяться його близькі, то вони волі-неволі попадають в цю созависимость і рішають за нього всі проблеми, зв'язані з употребленням. Як тільки вони відходять в сторону, і чоловік сталкивається один на один з всіма цими проблемами, да, там, з долгами, з кредитами, з законом, у нього з'являється страх по відношенню до наркотику. І тоді він розуміє, що, ну, він попав в ловушку. Хочеться проговорити саме про більш таких менших залежників, якщо можна так сказати. Дійсно, дуже багато людей починають куштувати всякі такі заборонені речовини саме у дитячому ще віці, у підлітковому. Розкажіть, будь ласка, як от діяти батькам, як це взагалі проявляється, і чи дійсно це так? От на вашому особистому, на вашій особистій практиці, які от трапляються клієнти найменшого віку? К сожалению, весь трагизм сегодняшнего нашего общества заключается в том, что наркомания очень помолодела, это раз. И буквально пару дней назад мы с ребятами в центре, у нас основной инструмент – это групповая терапия, говорили о том, как эволюционировал наркотик. Я работаю в этой теме с зависимостями уже больше 20 лет, и на моих глазах я видел, как один наркотик менял другой. И сегодня я просто с ужасом не могу представить, какой наркотик будет, представляю, вернее, какой наркотик будет дальше. То, что сегодняшние наркотики, вроде, казалось бы, там безобидные, как их говорят, но безобидные, почему безобидные? Потому что они достаточно легкодоступны, они достаточно дешевые, и их употребляет, как правило, молодежь. Да? Как они меняют в очень быстрые сроки
жизнь человека. Деградация наступает буквально в первые там полгода. Этих детей все сложнее и сложнее лечить. Эти дети просто физически не успевают доходить до больницы, потому что очень много суицидов, очень много смертей, связанных там, как бы, вот, ну, просто, ну, сердце останавливается, или там почки отключаются и так далее. И повторюсь, может быть, вы еще раз повторите этот вопрос, как, что вот... Як діяти ж батькам, от вони бачать, що дитина... Да. С дитиной щось не, да. Щось не так если, боится. Да, если, ну, опять-таки, что может быть не так с ребенком, да, это резкая смена компании. Если мой ребенок раньше гулял с одной компанией, и вдруг он стал гулять с другой компанией. Если вы не знаете, кто эта компания, и ребенок от вас скрывает своих новых друзей или подруг, обратите на это внимание. Если ему нечего скрывать, он вам всегда скажет, что это подруга Маша, которая ходит в библиотеку, или это там друг Петя, который занимается музыкой. Здесь ничего стыдного. Но когда ему есть что скрывать о своих друзьях, он никогда не скажет. То есть первое – это резкая смена компании. Второе – у ребенка, у вашего появляется такие тайны, если, допустим, раньше у вас был открытый с ним разговор, и он с удовольствием с вами делился, то вдруг он начинает прятать от вас свои телефоны, создает какие-то секретные аккаунты. Это говорит о том, что он, у него появилась какая-то вторая жизнь. Но это не всегда, но это очень часто. Физическое состояние ребенка, да, то есть эти дети очень часто пребывают в состоянии раздражения и резкого смены настроения. Они резко худеют и меняется цвет кожных покровов. Это, как правило, ну, бледность и похудение, да, то есть я сказал. Следующий момент – это, как, что еще, да, если вам, как бы, если родителям повезет увидеть ребенка в состоянии наркотического опьянения, ну, алкогольного, понятно, да, то есть там, как бы, этот запах будет, наркотического опьянения, то, как правило, это расширенный зрачок и отсутствие реакции на свет, и возбужденность, двигательная возбужденность. Потому что сегодняшние препараты, как правило, они дают именно такую, как бы, гиперактивность. Также, чем характеризуются еще соли и вот эти современные спайсы, это галлюциногены. То есть ему все время что-то кажется, и он себя ведет неадекватно. Он может просто так смеяться или делать какие-то вещи, как бы демонстрируя, что он с кем-то общается. Это, если повезет, еще раз говорю, что можно увидеть в состоянии интоксикации. Ну и какие-то вот эти вот пробочки, какие-то вдруг пакетики. Как действовать? Ну, первое, это что? Это просто сесть с ребенком и поговорить. Потому что без разговора с ребенком не состоится, как бы, дальнейшего шага. Как разговаривать? Это уже так, как у вас заведено в семье. Если вы управляете своим ребенком, то, ну, это один разговор, да, если вы понимаете, что управления давным-давно уже, как бы, ну, уже нет, то, может быть, за этим лучше обратиться к специалисту, который вам подскажет механизмы вашего поведения для того, чтобы найти контакт и управление вашим ребенком. То есть, ну, самый простой способ – это действительно обратиться к специалисту. А які помилки найчастіше роблять батьки, от коли вони дізнаються, що дитина там… Не вірять в то, що це може бути з моїм ребенком. Они боятся того, что мой ребенок может быть наркоманом или алкоголиком. И они закрывают очи на это. Закрывают на это глаза. И считают, что это просто какое-то баловство. Да, может быть, это и есть игрушка, но игрушка очень смертельно опасная. А як взагалі, от який план дій має бути у батьків? Вони звертаються до спеціаліста, чи можуть вони самостійно, наприклад, впоратися з проблемою, або все ж таки краще до кваліфікованого лікаря звернутися, аби там не ризикувати? Чи є от якісь методи? Это все зависит от глубины погружения самого подростка в проблему. Если это просто, еще раз говорю, как бы, ну, там какие-то такие единичные эпизоды, то, конечно, хватает и какого-то такого вот, ну, разговора с ребенком и понять, что он хочет, и просто стать к нему, ну, близким, дать ему важность, дать ему ценность в жизни, за которую он зацепится и дальше пойдет. А если это уже не просто эпизоды, это уже, если уже систематическое употребление, то самому справиться с этой проблемой сложно. Ну, то, знову ж таки, повертаючись до вашої особистої практики, скажіть, будь ласка, чи можливо все ж таки, ну, якщо сказати, вилікувати цю залежність, чи можливо впоратися з нею? Можливо, алкоголікам, якщо грубо так казати, вилікуватися від алкоголізму, а наркоманам від наркоманії? Безусловно, сьогодні є дуже багато різних методик по ліченню залежності. Це там може бути кодіровка, це може бути реабілітація.
То есть очень много разных способов. Ну, мы, например, предлагаем такой длительный этап реабилитации, который длится 4 месяца, и каждый месяц это этап, который один этап дополняет следующий, и следующий обязательно как бы, ну, невозможен, вернее, без первого, понимаете? То есть это программы, которые расписаны уже, инструменты лечения наркомании и алкоголизма, они существуют на сегодняшний день в мире и достаточно эффективны. Но опять-таки любой инструмент, понимаете, как вы можете, как бы у вас не болел зуб и какой бы там по соседству не был бы у вас классный стоматолог с самым последним оборудованием, до тех пор, пока вы не дойдете до стоматолога, он не сможет вам помочь. Здесь то же самое. Какими бы инструментами не обладала бы сегодня там какая-то там реабилитация или методика гипноза или кодировки, она действует только в том случае, если человек пришел и запросил о помощи. Вот тогда эти методики действуют. До тех пор, пока человек сидит у себя дома, а вы у себя, там, скажем, в больнице, то это не работает. Окрім алкоголю та наркотиків, хотілося ще підняти тему нікотину, тому що зараз дійсно кожна друга людина палить цигарки. Як виникає взагалі ця залежність від табаку і чому вона виникає, і як можливо впоратися з цією залежністю, чи можливо взагалі кинути палити? Ну, если я вам скажу о своем опыте, то я заядлый курильщик, и я никогда себе не скажу, что я бросил курить. Я могу сказать, что я перестал курить, и в данном случае речь может быть о какой-то ремиссии. Да? То есть это может быть год, это может быть 5, это может быть 10 лет. Но я точно знаю, что если я сегодня возьму хотя бы одну сигарету и покурю, то завтра я пойду и куплю пачку. Я себя в этом не обманываю. Поэтому как бы я перестал курить, но я не бросил курить. И если мы говорим о никотиновой зависимости, на мой взгляд, это, наверное, одна из самых сложных зависимостей. Потому что, опять-таки, все курят, и я курю. И я верю в то, что сигарета мне что-то дает. По большому счету, она ничего не дает. По большому счету, когда человек верит в то, что наркотики ему что-то дают, или алкоголь что-то дает, или сигарета что-то дает, по большому счету, или сигарета, или то же самое вещество, оно у человека отнимает. Оно не дает, оно отнимает. Но я не признаю себе в том, что сигарета у меня отняла, там, скажем, 2 или 3 минуты ценной моей жизни. Я лучше скажу, что она мне дает какое-то успокоение, и я эти 2 минуты просто успокоился. Но это просто моя иллюзия на самом деле. А як, от чому у нас виникає ось ця залежність? Через якесь самовнушення? Еще раз, почему получается? Чому людина стає залежною від цигарок? Потому что сигарета, если мы говорим просто о вредной привычке, то я покурил, и я еще раз говорю, да, пока я контролирую свою привычку, да, как бы там мне не хотелось бы почесать свой нос, но я знаю, что это не совсем прилично, и поэтому я это контролирую. Но когда это уже наступает неконтролируемо, да, то есть это получается, что моя привычка контролирует меня. И здесь это уже возникает как зависимость. Здесь то же самое от сигареты. То есть пока я не начал, при том при всем, что да, я зависимый человек, да, от никотина, пока я не начал курить, я контролирую потребление этого препарата, да, то есть я его просто не употребляю. Как только я начал курить, то сигареты начинают контролировать меня, контролировать мою жизнь. И смотрите как, это ж не просто уже становится привычкой, это становится моим образом жизни. То есть зависимость – это образ жизни, без которого я не представляю себе свое существование. Любая чашка кофе ассоциируется с сигаретой. Любой выпитый там стакан вина ассоциируется с сигаретой. Любое общение где-то с каким-то там близким товарищем или там подругой на кухне ассоциируется с сигаретой. И я не вижу ни одного действия, о которых я назвал, без сигареты. Ну вот, понимаете, о чем я? Дійсно, я думаю, багато хто тих, хто палить, розуміють, про що. Що ж, я дуже вам вдячна за сьогоднішню нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про залежність разом з лікарем-наркологом, засновником Центру роботи з залежностями Андрієм Шаповаловим. Ще раз вам вдячний за прес-конференцію. Не виправдовуйте себе. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.